Polizisten wieder. Sorry, ich bin leider. Schwenke für den Minister und dann dir. Представьте ли вас там где-то, развейте. Представьте Раков, министра мира. Замминистра мира на ответе. Посол. Агентство Южного сотрудничества. Помощник министра мира на ответе. Министр иностранных дел. А я еще отдел внешней политики, президента, вице-премьер-министра, наш посол Китая, представитель комитета Верховного Кенгаша, депутат Верховного Кенгаша, коммунистская партия Кыргызстана, депутат Верховного Кенгаша, депутат Верховного Кенгаша, депутат Верховного Кенгаша, министр транспорта и дорог. Thank you.
Уважаемый господин председатель, я очень рад нашей встрече и нашему знакомству. Прежде всего, хочу выразить признательность за оказанный теплый прием и гостеприимство. Мне приятно вновь находиться на китайской земле, посетить прекрасный город Пекин, совершить свой первый государственный визит и принять участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. Это мой первый визит в Китай в качестве президента Кыргызской Республики. Мною было принято решение посетить Китай для подтверждения неизменности нашего внешнеполитического курса. Китайская Народная Республика является для Кыргызстана добрым соседом, верным другом, важным и надежным партнером. С удовлетворением отмечаю, что между нашими странами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество на основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия. Китай оказывает громадную поддержку Кыргызстану в виде грантов, кредитов и технической помощи. Это весьма значимое содействие социально-экономическому развитию Кыргызстана. Кыргызская страна высоко оценит ваше личное внимание, господин председатель, к вопросам развития кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства. Кыргызстан дорожит установившимися отношениями дружбы и взаимопонимания и готов прилагать усилия к углублению, укреплению этих отношений. Мы намерены и далее приумножать наши доверительные и поступательные отношения с вашей страной. Мы с вами сегодня совместными усилиями выведем кыргызско-китайские отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства и откроем новую страницу в истории нашего взаимодействия. Мадания,